Проверку на сообразительность и эрудицию, а также умение ориентироваться и быстрее других давать ответы на поставленные вопросы прошли накануне студенты трех вузов Брещины. Более 20 команд из двух Брестских и Полесского университетов вчера приняли участие в традиционном интеллектуальном турнире «Игры разума», который в 9-й раз собрал на одной площадке самых талантливых и одаренных берестейских ребят. Специфика этой игры заключается в том, что здесь всегда принимают участие наиболее, наверное, интеллектуальные люди, те люди, которым это интересно. Поэтому интеллектуальный уровень, конечно же, не скажет, что он повышается, он всегда одинаково высок. А что касается сферы и содержания вопросов, конечно, общество развивается постоянно, расширяется информационное пространство, поэтому задания, соответственно, тоже расширяются. С каждым годом, конечно, область знаний должна быть все шире и шире. Для студента исторического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина Богдана Кучика этот турнир не первый. Свои знания молодой человек уже проверял неоднократно на различных соревнованиях эрудитов. А потому на вопрос, какие качества необходимы для успеха в турнире «Игры разума», отвечает, не задумываясь. Главное, чтобы человек умел работать в команде, потому что я знаю много примеров, когда очень умные люди, к сожалению, не могли достичь результатов, потому что просто-напросто не могли работать в команде. И в этой игре только человек, способный работать в команде, способный пожертвовать чем-то личным ради общего дела, только тогда он способен добиться в этих играх. И участники, и организаторы турнира уверены, что подобные мероприятия полезны и нужны не только в качестве площадки для повышения своего интеллектуального уровня и стимула в учебе. Дружественная и теплая, несмотря на азартную борьбу, атмосфера сближает и раскрывает настоящие эмоции и чувства. А потому, кроме наград и воспоминаний, ребята обретают здесь настоящих друзей и единомышленников, общение с которыми непременно продолжится вне вузовских стен. И, возможно, уже совместно они достигнут новых научных высот. Каждый человек, если он что-то себе, ну, как говорится, как установку даст, то он этого может добиться. Главное в это верить и главное знать, что это произойдет. Анастасия Стропко, Виктор Халявко, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.